Всем привет, с вами Игорь, это игра War Robots, и сегодня будем говорить о роботе Ао Джун, летающем драконе с пушками Нуклеон. Значит, Нуклеоны я пока выкачал только до 7 уровня. Сам робот обладает уникальной способностью Dragon Breath. Тот взлетает и на время полета активирует встроенные огнеметы систему невидимости. Огнеметы автоматически атакуют выбранную цель и имеют шанс нанести периодический урон. Перезаряжается 22 секунды. Ян Ли у меня пилот. Во время активации способности Ао Джун активирует Quantum Radar. То есть видит всех роботов в инвизии. Может наносить им урон. Из модулей у меня установлены... Так, надо что-то посильнее поставить здесь. Nuclear Reactor. В принципе, робот довольно живучий. Nuclear Reactor. Больше урона наносил, наверное. Надо на урон в основном сконцентрироваться. Так вот. Поставим все на урон. Это другие роботы, какие будут принимать участие в данном тесте. Просто что у меня здесь стоит. Так. Last End не ставлю. На Ао Джуна. Он, в принципе, и так может пострелять и улететь. Единственные его враги – роботы, которые имеют Quantum Radar. Потому что и с мощным оружием, если они могут, тогда его слить быстро. Сейчас активируем все бусты, какие есть. И пойдемте в бой. Превосходство. Ну вот. Главное бы появиться еще сразу. Нет, как всегда, я появлюсь, наверное, самый последний. Маяков я не займу. Хотя бы респовых. Так, молодцы, команда, уже маяки позанимали. Так, туда я не достанусь, сильно далеко. Так, надо пойти помочь, наверное, там, на том маяке. Так. Отличная цель для меня. Что-то он... Так, а центр у нас таки отняли. У меня уже перегрелись опушечки. Все, что есть, заливаю. Да, надо пушки качать, потому что очень мало они что-то дамажат, вообще ничего нет. Да, после перегрева уже стрелять из них становится бесполезно на грани невозможного. Так, его мы убрали. Ой-ой-ой. Что тут происходит? Да, очень медленно что-то они урон наносят. По-моему, 7 уровня пушки другие какие-то получше стреляли. Слабовато что-то совсем этот Нуклеон. Урону, я так понял, не будет вообще. Так, все эти повзлетали, надо отсюда прятаться. А меня тут не сожгли. Что это такое? Я по нему стреляю, урон не проходит. Забрал. Еле-еле.
Мы все дружно идем на этот маяк. Так, я чувствую, у нас там один еще маяк занимает, я вижу. А мы к этому маяку противник пришел на другой маяк. Да ну что ж он перекидывает прицел-то, а? Как хочет, я. Ой-ой. Надо отсюда спрятаться, а потом по нему... И, ух ты, отличная способность. Так бы мы его не разобрали. Сейчас у меня заряжается способность, и я его еще раз. О. Да, этот робот, если бы он с командой был бы, а так он один сюда залез очень не кстати. Способности я еще раз туда остановлю. А и на этот раз я его забил. А надо подлечиться. О, как хорошо, на 600 метров дамажит оружие мое. Мы его перезарядим полностью уже. Так. Тут вроде как инициативу ненадолго перехватили, но противник опять наступает. Надо дождаться перезарядки способности, лучше на них так не выходить. Кто-то идет. Так, раз. Так, способность перезарядилась, можно попробовать титана. Так, раз. Так, они таки на ту точку пришли, ну... Пойти с ними повоевать там, что ли? Они совсем... Сюда они пришли на рез на наш. Так, по маякам мы пока ведем. По количеству юнитов мы отстаем. У нас меньше роботов. Надо уходить и ждать перезарядки способности. Не стреляй по нему! Ты ж меня разберешь, я сейчас щитом выйду, тебе титана помогу разобрать. Вот так вот, смотри. Так бы ты его сам не разобрал. А что-то такое, как-то мы слились так быстро. Так, пойду я на этом роботе, потому что надо... захватывать маяки, да, чем налили. О, постой там, отдохни немного. Меня убили. Ну что, у меня еще роботы есть. Мы ведем. Да. Победа. Такой интересный бой. Враг не сдавался. До последнего пытался что-то сделать. То есть был невялый бой. Да, ну клеоны слабовато. Шестерых роботов, и это не драконом.
6. Два маяка. Маяки, как всегда, я мог бы и 3 занять, если бы был бы я хотя бы на одно место выше. Так, что здесь у нас? Пошаем бой. Ну, подбор сейчас стал получше. Нету перекосов. Так, пойдемте Ауджуном. Как всегда, задержка 10 секунд боя, 11 секунд боя, 12 секунд боя, 14 секунд боя, 15 секунд боя, и я наконец-то появился. Так. Да. Пригрелись нуклеоны. Толку никакого. Бронящий этот робот. И расстояние тут никакой роли не играет. Ох, сейчас заберут моего дракончика. Не успел взлететь. Так, полетел я, наверное, на этом, потому что я чувствую сейчас больше. Разберу их всех. Ох ты, он ушел, он весь. Потратил зря свой прыжок. Залп, у меня залп всего один. Так, что ты ему там снял, да? Так, главное тут отсюда вот. Они меня тут как бы не очень-то могут мне что-то сделать. Так. Ой, что-то меня разобрали тут конкретно. Ладно, сейчас мы этим пойдем роботом. Вот этим вам будет сложнее что-то сделать. Как тебя на раз, чтобы ты там сильно не выпендрился. Ты урону не дамажил нашим моим союзникам. Довезу тебя до стенда. Вау! Ля. Зато мы все маяки позахватывали. Так, вот они сюда все идут хором. Надо тут аресом появиться. Ну я хоть этого заберу, может. Ля. Ну, как мух сражался там. Куча была. Куча мала на меня одного. А, вот эти стинги по этим что-то еще проходит урон от стингов по бегающим раванам. Значит, это просто будет нереально. Что-то им какой-то урон нанести. Подловить равану очень сложно. Кто его знает, сколько у него там способностей еще осталось. А вот этого дракончика мы сейчас, наверное, попробуем забрать, да.
Ох, как меня отбросило. Так, у меня остался Ауджун, да? Сейчас они вот тут подберут этот маяк, и я, наверное, пойду помогать своим. Да, они пойдут, интересно. Вот здесь я разлечу. Так. Все, пушки все выстрелял. Сейчас его без меня, по-моему, разберут. Нет. Так, Равана бежит. Разобрали моего последнего робота. Посмотрим, наверное, за союзников. Так, у нас тут титан идет. Лич тут наш бегает. Так, разобрал на эту Равану. Теперь ему будет есть под огня. Вот они тут друг за друга цепляются. А, вот благодаря кому мы потом по маякам держимся. Бегает наш глазик. Эти локи. Где он? Вот он маяк захватывает. Молодец. Так, а ну где он тут? Где Солон побежал? А это кто бежит? А это вражеские луки. Ух ты! Тут война луки целая. Вот наш луки бегает, и их луки, видать, бегает там. И тот маяк захватил, этот следом прыжок, у него маяк отнял. Хает. Гонку. Действительно, гонка за маяками. У нас еще есть шансы, конечно. А вот сейчас займет титан маяк, скорее всего. Релоки вам поможет это сделать. Ага, он его не заметил. Он просто побежал дальше по своим делам. Ай-яй, жалко. Такая хорошая тактика была. Бегать, маяки занимать. А вон же сейчас луки у вас опять маяк займет. Интересно, что там победит. Вот, победил он таки, да, Локи. У Артура таки щит уже одну половинку мы разобрали. Там. Все, отбили ему последний щит. Кто у нас тут остался? А вот кто помогает им, снижает урон по всему.
Все, сожгли его. Поражение. Хотя интересно, будет так. Да, я тут в самом низу. Ну, как всегда, маяков ни одного, даже лес не могу захватить. По урону я вообще третий. О, какой уровень? 5600. 6000. Можно открыть. Так, бусты пока действуют. Нужно еще сходить в бой поиграть. Берем награду. Осталось 6 уровней, 7 дней. Ну, в день по уровню можно дойти до конца. Превосходство. Так, ну, Ауджун. Что-то я разочаровался в этой сборке. Не сильно она слабенько. Урон наносит. Конечно, подкачать их надо, ну, наверное, все на 7 уровне так слабо, но, наверное, дальше там будет больше, но не так, что прям совсем много. Слабоватое оружие какое-то получилось. Так, сейчас я... Занимаю маяк. Он на меня полезет, только если он активирует способность, да? Так он на меня не полезет. Как-то они меня так убили быстро, даже не понял. Отбираю назад маяк. Так, маяк покрасил, пошел на следующую. Перезарядится, наверное. Бежал так из-под огня. Так, меня забрали. Или еще на ховере можем маяки позахватить. О, тут маяк надо, там никого. Ой, убил своего союзника. Ай-яй. Это случайно как там получилось. Так, летим сюда, потому что надо маяк захватывать.
Так, один маяк белый, а вон он. Так, хорошо, хоть остановил. Если я уже от тебя убежал, что ты за мной? Свет мне кто-то стреляет, видите? А я на этот маяк лечу, на белый. Вот тут красить. Раз и все. Опа, мы тут с ховером летаем, взрывим. Кто-то говорит, что ховер плохой робот. Мне попасть не может, а я улетел от него. И довел до стенда его. Ой, надо прятаться. Зато я лечусь хорошо сейчас. А тут тоже кто-то хорошо лечится. Ну, будем так стоять. Так, пошел я, наверное, на Аресе. Надо в центр идти. Он более такой быстрый у меня. И меня забрали. Сейчас упрыгнем, и ему будет, он же будет подо мной получается. Может, что-то и снял, не знаю. Наверное, я не допрыгнул. Ой, надо текать. Сейчас он включит эту жарилку, мне будет плохо. Надо текать. Еще хочу пожечь. По стендам ухожу. Что мы проигрываем? У нас один робот остался, ну посмотрим, где он тут. Один титан остался. Ничего он уже не сделает в одиночку, конечно. Как-то бой не задался. Арбак. Это конец. Оружие меня не вдохновило. Робот, конечно, живет очень долго на этом оружии. Сам по себе Ауджун. Так, я тут второе место занял. Ух ты, 5 маяков назанимал. По урону я второй. И по второй по маякам. Второй по маякам. Вот человек первый. Маяков хорошо занимали.
Но тем не менее мы проиграли. 7000 стоит. А, ну тут перекос. Перекос в сторону противника. Это немножко нечестно уже. 7000 это очень крутой робот. Ну так, куда мне тягаться с моими пушками? Такой выкачкой. У нас, скорее всего, никто с такой выкачкой не был в нашем плане. В нашем подборе. Ну, посмотрите сами. Ну, смешно. Это смешно. Это топовый игрок, который у нас все понабивал. Большой перекос. На этом заканчиваю свой обзор. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, обязательно жмите колокольчик. До скорых встреч!